Здравствуйте! И что же это такое? Зона Пипи-Хэт. Ну, начнем игру. Центр Западу. Ага. Ответил. Слышки, было замечено проникновение двух сталкеров в зону. Квадрат 254. Отправляйся туда. Проверь основные точки, пока не стемнело. Не забудь доложить результат. Ок. Принял. Какие дураки туда влезли. Ну а сейчас это мы выясним. Давай, поехали. Пиксельная тачка. Как же скучно-то. А, я уже приехал. Вот, дорогие зрители. Смотрим на этот шедевр. Это что, Вазик? Да ну нахер. Ладненько. Вижу лес, какой-то мост и какие-то возвышенности. Ну, не будем на этом акцентировать внимание, просто пойдем вперед. Так, стоп. Что там написано? Радиационная опасность. Вход и въезд запрещен. Ага. Небезопасная зона? Или что там было? Небеспечно. Так, это наши остановки краснодарские, насколько я понял. Здесь ничего нет. Амо, амунация. Амо нет. Весла тут вообще не к месту, как бы, да. Ладно, со стажировки уходим. Ой, из сторожевой будки я имел в виду. Ход закрыт. Кажется, я догадываюсь, как нужно будет туда попасть. Нет, не через забор, мы не ищем легких путей, а через лес. Ну, вот, собственно, лес. Красиво, я не знаю, живописная природа. Тут что еще сказать можно по поводу этой игры? Пока ничего примечательного нет. Да, и не будет, скорее всего, потому что я тут уже сколько иду. Можете по карте отследить. Мы должны найти, точнее, я должен найти проход куда-то там. Вот на эту точку надо идти, на кружочек. По какому-то дикому лесу. Какие-то сталкеры забрались, мне нужно дать им отпор. А тут есть кнопка ран. А, этот ран не бесплатный, я понял. Надо бежать срочно, а то начальник мне даст... Ну, вы сами знаете, что даст. Не в рот. А чё так резко дождь пошел? Я туда шел, дождя не было. Я же сюда шел, не было никаких признаков плохой погоды. Чё за хрень вы это слышите? Так, я не понял. Я что-то не понял. Мне уже не до веселья. Я даже забыл, про что эта игра. Какие-то два дурачка. Это типа сталкер на телефоне, да? Я вижу поваленное деревья. Дерево, точнее. Что это такое? Что это? Так. Что-то совсем темно. Это что? Блядь. Лодка. Начать сначала. Ай, вы серьезно? Выдохся у нас, чувачок. Я не пойму одного, почему так резко темнеет. И вот я начинаю бежать, цветокоррекция изменяется. Дождь усиливается, и экран начинает синеть. Прям как я после водочки. Графон здесь как на PS1. Недалеко технологии шагнули, я вам скажу. Так, а что мне, собственно, сделать надо? Я вон вижу, трубочист какой-то сидит там. Не в этот раз. Нет. Тут радиация. Что мне делать? У меня водки антирада не будет в этот раз. Эта хрень от меня оторвалась? А где она вообще? Кто это? Два сталкера залезли. Не, дурак, ты бы хоть бы рацию взял, я бы на твоем месте... Взял бы рацию и доложил бы начальнику об обстановке доложил бы начальнику, и все, дело с концами. Сам бы свалил отсюда. Чё? А, кстати,
Ладно, туда небезопасно идти. Схожу, пожалуй, на лесопилку. Как раз у меня курсор в том направлении. На лесопилочку сходим. Проход. Требуется лом. Где я лом посреди леса найду вам? Ну, мне кажется, здесь более или менее безопаснее. Кстати, крыша здесь, мне кажется, вообще отсутствует, так как, ну, визуально она есть, но именно полигоны отсутствуют. Стоп, что это было? Я сейчас что-то видел. Как будто какая-то хрень в приседе стояла. А это не мои шаги. Надо успеть как-то до свалки добежать. Побежали. Бежим. Правило номер 352. Я его только что придумал. Не оглядывайся назад. Самое главное добежать. Мама дома уже заждалась меня там. Обед стынет. Но вот это вот чудовище. Я не знаю, трудно даже чудовище назвать. А, радиоактивная местность же. По сути. Я сейчас стану этой же 5G вышкой, да? Ну, написано радиоактивно, но что сюда соваться? Не вижу смысла. Но все же. Не, я что-то передумал. Так, где ваша вышка это находится? Локация не такая уж большая, но кажется, как будто я не знаю. Бежим в соседний город. Да хватит уже, как будто пароход, я не знаю, Титаник разбился какой-то и ревет себе в море. Ну, тут случай тяжелый. Какие-то призраки по лесу начинают гудеть. 5G вышка меня не достанет на этой вышке. Ну, кстати, эта вышка выше 5G вышки. Так. Поднимаемся. Ну, знаете, похоже на какой-то Firewatch на PS1. Или на игру Siren Head. Тоже там графон PS1. Ё-моё, эта вышка, мне кажется, бесконечная. Как мне с ней спускаться потом? Стоп, я только хотел сказать. Требуется ключ от сундука номер 1. Так, 5G вышка. Если я тебя встречу, я не должен тебя встретить. Как бы я не знаю, где он ходит, рычит. У меня с ним стычек не было. Ну, помимо того неудачного раза. Либо же он к себе вернулся на родину. А, вот ты где, привет. Да знаешь, что радиация здесь опасненько. Но мне нужен ключик. Я надеюсь, он не настолько умный чел, чтобы идти по моим следам, по горячим. Да, потому что я горячий мэн. И все же настигнуть меня на КПП. А можно, в принципе, сесть в машину от увиденного ужаса. Я бы так и сделал, просто дал бы заднюю и уехал. Ты смотри, какая хитрая залупа, она нас не хочет выпускать. Ладненько, пойдем поговорим с ним. Да хватит пердеть мне под духа. Надоел, он где? Как он вообще передвигается? Он быстрый, нет? Ну, если я от него даю дёру, то он говорит об обратном. Срочно на вышку. На вышку я сказал, срочно, прям бегом. Бежали. Я надеюсь, ты не перелетишь через эти перила, а то это будет очень смешно. Крауч. Вообще крауч нужен в этой игре, я не понимаю. Зачем его предназначение этой кнопки в игре? А? Кто-нибудь знает? Ну ничего страшного. Я сейчас поднял ключ и открыл сундук. А в сундуке ломик. А в ломике иголка. Нет, а в ломике яйцо. А в яйце иголка. И этой иголкой нужно ткнуть вот эту вот 5G вышку, чтобы она сдохла, да? Я прав? Не, сейчас мне одна дорога, это на лесопилочку идти. А лесопилочка находится по прямой. Он где-то здесь ходит, я уже боюсь. Блин, ну я так близок к разгадке этой игры. Отлично. Болторез. А болторез мне нужен для того, чтобы открыть КПП. Забрать весла.
и дать дёру. Но эта тварь где-то здесь ходит. Поэтому, Ран, в любой непонятной ситуации беги. Я уже не знаю, сколько по записи время, сколько времени точнее прошло, пока я записываю эту дичь. Но мне надо забрать весла, еще успеть как-то на лодку. Оно умеет плавать, это меня печалит, кстати. Хорошо, что я очень умный человек. Требуется ключ от сундука номер 2. Да. А ты в машину не хочешь сесть? Я сел. Все, я прошел игру. В общем, я прошел игру на одну концовку из двух или трех. Точнее, трех концовок. На две концовки я прошел игру. Это первая, меня замочили пару раз. Вторая концовка. Я просто уехал как адекватный человек. Я не стал гоняться за тем, что меня может убить. Короче, ребят, я вернусь к этой игре как-нибудь. Но не сегодня точно. Я и так вымотался уже от этой игры. И от бегания вот этого башковитого, короче, чела. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем добра и всем пока.